суроо берет элем, кечирип коюла. А этот Мыктыбек Юсупович, Мыктыбек Юсупович, менде мындай суроо. Это правда, что у вас на руках доверенность от Жээнбекова Асылбек Шариповича, от Зулпукарова Төрөбай Закировича и от Искендера Матраимова доверенность на то, чтобы Садыра Жапарова избрать премьером? Это правда? Алло. У вас, значит, есть доверенность от вот этих трех людей на Садыра Жапарова? То есть они согласились, да? Вчера, да? Нет, они как депутаты же. Но на импичмент президенту, значит, они не согласны, а Садыр Жапарова они подписали, приехали, подписали, да? Нет, ну я же не могу им говорить вообще, не давайте, они же депутаты же. Как я могу? Спрашивать. Нет, я сказал, да, они ехали.